друзья мои, всем здравствуйте, всех приветствую. О, девочки, у нас сегодня такая ужасная жара, что мы сегодня бездельники. Почти. Да? Ну, муж наработался. Как вы работаете в такую жару? А мы не работаем вообще. Зачем нам работать? Что вы делаете? Приехал в инструктаже, расписался и все. Да не болтай. Сидишь, пока жара не спадет. Жара, так она все еще не спала. Время 6 часов вечера. Ну, почти 6, наверное, где-то с половина. Под зонтами большими работаем, от солнца. Смеши. Ну, каждому кондиционер выдали. Какой? Вентилятор? Ручной, да. Ручной. Одной ключом крутишь, а другим это на себя. Нормально что. Хорошо, да? Конечно. Мы только ожили, можно сказать. Все условия, стульчики, все. Да и давай уже, все, блин. Ты меня смешишь, я не могу говорить даже. И мы сегодня только с утра сходили с Матвейкой в поликлинику. Ой, в женскую туда я ходила. В женскую поликлинику. Нету, чисто есть. Все, пришли домой. Виталя у нас сегодня приготовил покушать. Я только салатик нарезала. Все, мы ничего не делали. На улицу выходить вообще невозможно. Ужасная духота. Дома прям потом обливаешься. Мы купались. Муж пришел с работы, сразу в бассейн занырнул. Что, как тебе? Хорошо в бассейне? Да? Не, плохо. Здорово, горячая вода была. Хватится же, я не могу. Я что? Сам говорит, холодная, девочки, вода не очень нагрелась. Ну такая, он просто разгоряченный, пришел с работы. Разгоряченный, тело, говорит, у меня, говорит, тело горячее, наверное, говорит, вода ледяной, говорит, кажется. Виталя потрогал, говорит, вода классная. В общем, целый день мы дома пробыли, никуда мы не выходили, даже в огород не выползали. Все, а сейчас вечер, и собрались мы, девочки, в светофор, в Доброцен. Мне сегодня знакомая позвонила, сказала, что в Доброцене банки есть. У нас с банками вообще засада. Свекровь насобирала сегодня в доме 2 огурцов в ведро, а банок нет. Я говорю, мы сейчас съездим вначале в светофор, потом заедем в Доброцен. Еще хочется нам, конечно же, съездить за арбузиком в Пятерочку. Так что приехали в светофор, посмотрим, что там есть. Всем семейством в светофор. Светофор, светофор. Посмотрим, что мы купим. Фух. Купили кое-что, девочки. Тут даже арбуз, он по 17 рублей. Ложь его, я не знаю, надо было в багажник, наверное, арбуз-то. Рядом. Саша, ты зайди еще, выбери один большой арбуз. Потому что там они уже его попробовали, она говорит, вкусные арбузы. Прямо сейчас попробуем? Ну, резанный, но у них лежит красный, хороший. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Едем, девочки, в Доброцен. Кое-что купили мы в светофоре. А сюда я еду больше за банками, конечно, посмотреть. Банки. Из Доброцена
Ой, в Доброцене музыка поет. Проходили мы полчаса, наверное, да? Прикупились. А банки только двухлитровые, литрушки. Ну, мы вот взяли немножко двухлитровых. Ну. Саша. Мелочевку-то давай сюда вот в сумки сложим. Ну, и все. Мы еще, девочки, в магнит зашли. Вафли ищем. Вот эти вафли? Я не знаю. Нет, вафли хотели мы... Как они называются-то? Марина у нас вафли заказала. Две пачки. Вафли, моя цена, что ли? А вот, Саша. Где? Ну-ка, это не вафли? Какие-нибудь вот такие вот. Капучино, вафли. Ну, возьми вот эти. Шоколадные вафли. Ну, а чё? Потому что я не знаю. Вот такие вон по 23 рубля. Это вафли. Бананчиков купили. Винограда взяла, кишмиш. Так они разные, не знаешь что. Ну тут особо-то нету выбора. Либо вот эти дешманские по 23, либо вот эти вот по 57 в шоколаде. А, вот, подожди, Яшкина. Вафли с орехами 62 рубля. Можно их взять. Ну бери давай. Парни у нас в машине сидят. Сейчас возьмем, да домой поедем. Наконец-то то. Столько времени. В магазинах так хорошо ходишь, прохладненько. Выходишь, как... Как в Африку попадаешь, да? Ну, все, что? Мы уже, девочки, дома. Запаслись мукой. Два мешочка купили. О, разгружаемся. Разгрузка полная. Ну и жара у нас. Жара. Духота. Вроде уже вечер. А да, время вечер, считай, 8:00. Порошка пачку взяла вот такого. Бимакс 6 килограмм. Так, я сейчас заберу вот порошок, что полегче. Так, бумагу возьму еще. Нет, арбуз. Два арбуза взяли в этом, в Доброцене. В Доброцене, Саша, мы... А, в светофоре, вот болтаю ведь я. В Доброцене арбузы там были по 20 с чем-то. Да, 24? Везде музыка, девочки, играет. Ходила по этому Доброцену. Голова вообще ужасно заболевает. Там хоть в магазинах. Дай мне бумагу. Прохладно. Ну. А он куда пошел? Так что... Не пойдет? Не ходи туда. Все, сейчас разгрузимся. Виталий, он весы купил. А весы где мы взяли, сына? В Доброцене. В Доброцене. 300 с чем-то ты сказал, а? Да. 330. Mm-hmm. Мы уже дома, девочки. Даня тут уже пробует. Что это такое, сын? Вкусно, говорит. Открыли. Матвейка, в Доброцене, ага, в Доброцене мы это брали. Везде смотрит, конфеты увидел, конфеты запросил. Я говорю, давай лучше возьмем мармеладки, они все равно не это, не то, что конфеты. В общем, ну, типа пряника, что ли, ага. Что-то шоколадное. Так, вот такая, вот такое вот вкусненькое наборчик. Так, ну иди, иди давай, смотри за ним, купайтесь. Купайтесь, давайте. Я тут уже расположилась. Так. Что-то у меня у самой слюни потекли. Мы уже тут арбузик порезали. Я доснимала видео на дневник мамы Ольги. Разделила, девочки, покупки. А то что-то много. Если буду на один канал показывать. Ой, набрались. В общем, губки. Кстати, губки, девочки, купила. Так, где я брала? Это все из Доброцена. Доброцен. Да, сладости по-русски из Доброцена. Губки из Доброцена. Они стоят в Доброцене 30 чем-то рублей. А я брала такие же губки в фикс-прайсе. Они там стоят 50 или 51. Или они не такие же, они чуть... Нет, наверное, девочки, они все-таки там побольше, наверное. Так что обманываю я вас. Ну, внешний вид у них такой же, да. Там, наверное, чуть-чуть, может быть, побольше. Но все равно цена намного дешевле. Так, крышки. Наконец-то мы купили крышки. У нас ни крышек, ни банок, ничего. Банок муж взял 6 штук. Двухлитровых по 42 рубля. Такая вот цена. Ну, мы встретили знакомого, он сказал, где-то наобещал нам банок вот вечером. Потом уж сейчас управляться уже пошел время. Время уже 8 часов. 8 часов. Крышки не знаю по какой цене. Что-то я не посмотрела. Ну, вот такие вот веселенькие крышечки. Печенье взяла. Вот такое вот печенье. Курабье или курабье. Как оно называется? Курабье, да. Так. Арбуз, девочки, это из светофора по 17,50.
везде уже сказал. Ну, нормальный арбуз, кстати. Мы в Пятерочке же все брали. Там по 24 рубля. В Пятерочке хорошие арбузы. Но здесь тоже неплохой такой вкусненький арбузик. Так что можно брать. Так, хреновина какая-то. Собралась хреновину молоть со своих помидор. Захватала, в общем. Потом смотрю, ну уже все взяла. Я думала, это соус буздякский. Потому что буздякский написано. Все. А потом смотрю хреновину, но уже не стала возвращать. Так, это Матвейке сок папка покупал. Так, тут у меня, значит, вот еще вот так вот. Из светофора вот такой вот наборчик. Доместос раз, доместос два. 149 рублей, что ли. В общем, выгодно. Выгодно. Муж взял вот себе такие контейнера. А то я все контейнера, девочки, приспособила. То под ягоды, то еще там под что-то. В общем, ну, в основном под ягодами. Вот. И смотрит, ищет. Там пару штук осталось, может. И все. И вот решил взять. Но вот эти, вот этот набор, эти контейнера, они, кстати, хорошие. Сколько их там штук? У меня где-то такой был. Только он почему-то, мне кажется, он большой какой-то был. Так, три штуки, три замечательных контейнера. Так что взял. Так, контейнера. Жидкое мыло по 30 с чем-то рублей. Муж взял зачем-то перчатки, не знаю зачем. Ну, в хозяйстве пригодятся. Взяла, значит, так, это у нас. Это я взяла в Доброцене. Доброцене по 40 с чем-то рублей, очень удобно. Муку просеивала и фрукты мыть. Так, это сито для фруктов, да. Мне в прошлом году Толик покупал такое голубенькое. Оно у меня в доме 2. Я муку им сеяла. Вот. Творог тоже отлавливает, тоже удобно. И взяла, вот что-то соблазнилась, девочки. Люблю всякие разные чеплашки. 3,5 литра по 35 рублей. Вот таких два. Ну, как типа салатник буду использовать, что ли? Что ли? Взяла, говорю, ладно, возьму. Так что еще пакетик из Магнита. Пакетик из Магнита. Мукой запаслись. Немножко. Я когда-то на днях, вчера или позавчера я открывала 10 килограмм последнюю муку. Вот. А тут мы зашли, получается, в этот Доброцен. А там мука. И цена, кстати, такая более-менее получается. Потому что я слышала, кто-то мне говорил, что мука по 400 даже с чем-то рублей. О, муж вафли взял. А, он взял разные. Моя цена вафли. Вот такие вот это в Магните. Вот. И вот такие вафли, значит. Марина, вафли капучино. А ты куда газировку-то делала, доча? Из черноголовки пейте без остановки. Да, Мариночка? А, вот она. Она налила себе. На, вафельки-то. Вот отец какие тебе купил вафли, кстати. Вот такие вот вафли. И смотри еще. И вот такие вафли взял. Вот. Газировка Дюшес. Я не любитель газировки, девочки. Ну, не знаю. Так. А я хотела нектарины. Нектарины, кстати, в Магните. По 139 рублей. Марина. Можно тебя попросить? Вымой, пожалуйста, одну штуку, а? Я так хотела их съесть. Эти нектарины. Ой, девочки, распаковка, так время уже. Болтаю. Вымой, пожалуйста. На, помой одну штучку мне. Виноград кишмиш такой же, какой мы брали. Он, кстати, вкусный. По 140 с чем-то рублей. Ну, почти 150. Ну, тоже недорого. Муж взял хлеб. Собакам. Собачкам. На майонезика баночку взяла, потому что дети едят. Дети. Даня у нас ест. И муж. Мы не едим как-то. Сыру что-то такого вот взяла, колбасного. Ну-ка попробуем. И бананчики. Так что, девчонки, вот такая вот покупка у нас получилась. А как-то большая сегодня покупка. Очень вкусно. Сейчас доем, выключусь. Сейчас я это все поубираю, переоденусь. Ужасное пекло. Время вот 8 часов, духота вообще не, вот просто не спадает. Сегодня день такой тяжелый. Очень тяжело переносится. Вчера у нас стояла жара, 40 с лишним. Я ходила в огород, я пололась, я какую-то работу вчера делала. Сегодня мы прогулялись, получается, до больницы.
Все. Я пришла. Виталя готовил кушать. Я сделала только салат. Я толком ничего не делала, потому что вообще невозможно. Дома и весь потом обливаешься. Я не знаю. Вот я сейчас сижу, я вся мокрая. Так что я сейчас пойду умываться, переодеваться. У нас стоит бассейн. Даже, возможно, залезу в бассейн. Парни уже там булькаются. Так что такие дела, девочки. Время, девочки, 10:30. Мы собрались за банками. Там забери арбуз. За баночками. Молочко вон взяли. Так, еще ведро. Ага. Давай, бери сам. Тяжеловато. Мешки. Воду еще вот мужу надо отвезти будет. Ой, немножко, девочки, посвежее стало на улице. А дома духота ужасная вообще. 20 минут время. Мы за банками поехали сейчас, но тот человек ждет. Ну, мы сегодня знакомого встретили, он нам банок предложил. Так что сейчас съездим, заберем. Муж вон ему молочка приготовил. Так что поедем, съездим. Идем, девочки. За баночками. А ты мешки-то взял, Саша? Мешки-то возьми. На улице-то уже темнеет. Темнеет. Как время летит. Мы накупались. Накупались, девочки. Я даже давление смерила. Что-то давление подскочило немножко. Потому что жара такая сегодня невыносимая. Тут не только давление подскочит. Мешок вылетел у тебя. Ну вот. Человек нас немножко банками снабдит сейчас, ага. А то я тут профуфырилась, девушка по 10 рублей продавала где-то. В типичном Катайске вроде объявление-то было, Лариска мне отправляла. Моментально. Ну что, люди не спят? По 10-то рублей что не брать? Считай, вон двушки по 42 рубля. Такие цены. О, вот и муж мой идет с банками. Че, она тебе два мешка сгрузила, а? Что-то фокус не ловится. Ой, ну вот, хоть два мешка, а то бабушка сегодня свекровь насобирала ведро огурцов, помидоры поспели. Надо это засолкой заниматься, а банок вообще трехлитровых нету. В двухлитровые я даже делать не хочу. Давай-ка я ведра-то возьму, Саша. Там прямо с огурцами. Ой, блин, тяжелые какие-то. Ну ты думал. Давай, иди. А что? Ну там у них старые огурцы, ага. Да. Бабушка еще, наверное, делала. Мне уж года три, говорится. Ну-ка, я говорю, мать, наверное, еще делала, а она уже давным-давно ничего не делает. Так что, девочки, такой у нас вечерок. Люди ходят. Я не поднималась на четвертый этаж подниматься. Так что посидела на лавочке. Ничего не побьется, что ли? А что? Не, давай на заднее сиденье лучше. Да? Конечно. Что, багажник? Что? Ну вот, завтра засолкой, может, займусь. Какой день будет? Что-то обещали вроде жары. Завтра не будет, да, Саша? Ты мне сказал. Тучки уходили. Я вот хотел сегодня... Прогноз интернета. Я хотел сегодня это. Я не думала, что сегодня так будет тяжко. Вчера такой дождь прошел, считай, так хорошо было. Тополя их хотел перевязывать. А-а-а. Ну ты что на такой жаре? Да понятно. Так что сейчас домой отдыхать. Отдыхать. А, тебе еще воду свести надо, ага. Да. Ну вот, видишь. Блин, перевернуться. Да ничего не будет, ставь, да и все. Так что, девочки, на этом попрощаюсь. Скажу вам всем спокойной ночи. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока.